Оба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и сегодня мы с тобой посмотрим Brawl Talk. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Только-только он вышел, ребята, я еще не смотрел. Хорошо, что я вышел из ВК, потому что вы сами понимаете, спойлеры. В общем, первая реакция, ребята, давайте заценим. Два новых бравлера. Один из них будет, конечно же, хроматический. Вот мы это и так прекрасно понимаем, потому что новый сезон не за горами, уже скоро. Ну что же, друзья, приятного просмотра. Не забудь поставить лайк. Мы с тобой начинаем. Погнали. 3, 2, 1. Розыгрыш. Да, если что, немного перевод будет. Офигеть! Они, получается, будут... ковбойский стиль. Добро пожаловать в Brawl Talk. Охренеть, сколько... Так, друзья, давайте договоримся так. Мы сейчас сразу посмотрим все это без паузы, и потом уже поглядим. Так, добро пожаловать в 6-й сезон игры «За золотую руку», и мы возвращаемся на наш Дикий Запад. Вау! Билли... Она преступница. Бабушка? Бабушка Бравлер? И она меткий стрелок. И своей манией, и снаряд продолжает прыгать вперед и назад среди врагов. Это как у Байрона. Смотри, какой дальник. После попадания в цель, эта цель получит дополнительный урон от любого источника. Чем-то на Джесси, да, что-то такое. Напоминает ульта какая-то. Скин, смотри, какой. Ух ты, блин. Бабуля не только золотой зуб вставила, так еще и... Фига там кольт был. И мы также получаем кучу королей Дикого Запада. Маршал, халат. Халатар, ты видел? И оттяжка, но на этом не заканчивается в этом сезоне силовой лиги. Салон 8-бит. Иконки профиля также в этом... Так, ладно, друзья, в общем, мы с тобой понимаем, пока что перевод такой у нас. Офигеть. Такой стиль мультяшный, старый. 30-40-х там годов. У нас есть новая компания. Летний Всплеск, так что посмотрите его, создайте свой собственный скин. Мы это все посмотрим сейчас чуть попозже. Давайте поговорим о режимах игры. Райан, нокаут — это лучший из трех, где вы пытаетесь уничтожить врага. Вау, новый режим. Кто не пищит? Кто не пищит? Сквик! Офигеть, инопланетное существо развился из... Это правда, он бросает взрывные игрушки. К врагам игрушки прилипают к стенкам, к врагам, понятно. Брат, из-за всей этой слюни это правильно... Бомба, которая при попадании на карту занимает большую площадь и взрывается так. Мифик. Кроме того, мы получаем больше анимированных пинов. Повторы. И настоящие золотые, серебряные. Спайк. Создать карту, спасибо за просмотр. И мы видим друг друга в июне. В общем, увидимся. Блин, это круто. С тяжелым сердцем я объявил, что это будет моя последняя драка. Я взял новую роль в Supercell в качестве лидера. Он от бета до приключений глобального запуска. Блин, ребята. Блин, Райан всегда был вот на эту роль. Он прям прикольно так выглядит. Ну как же? Он прям подходит, чтобы вот смотреть. Ну вы чего? Подожди, ты не уйдешь. Офигеть. В конце всегда были приколы, а сейчас как-то, блин, грустно, а?
Согласись, как-то стало прям грустненько. Ну что же, давайте все это разберем. Ребят, сразу хочу вас предупредить, что я, к сожалению, пока что Brawl Stars забросил, потому что времени у меня особо нету. Но, блин, как я когда-то хайпанул прям на Brawl Stars. Так что я думаю, мы с тобой должны уже будем сделать как-нибудь. Я что-нибудь придумаю, выделю прям время, потому что, ну блин, ну... Так, давайте смотреть. Приятель, скажи мне свои последние слова, я тебя не слышу. Ну-ка, давай-ка перезагрузить. Может, уже появились нормальные субтитры? Да, уже они... Кроме русского, да? Блин, кроме русского, друзья. Да блин. Ну ладно, хорошо. Так, давай, ладно, без субтитров, выключим субтитры. В общем, друзья, это просто офигенно. Смотри, сколько много. Биа, посмотри, вот это мультяшный старый стиль прям вообще круто ей подходит, правда. Вау. Я даже его сначала вообще не заметил, не понял. Тут так все быстро. Картонный, боже, Серж. А это-то что? Шарф. Эдгар, сезон 6. Давай по порядочку, друзья, на паузу. Вот это бабуля Бравлер. Просто Билли. Билл. Она грабит банки. Ты посмотри на нее. Золотой зуб у нее еще. Блин, ну да, действительно, как бы, вон сколько дедушек уже. Смотри, сколько у нас? 3 дедушки, да? Пора и бабушек добавлять, все правильно. Как-то атака очень похожа, как у Джесси, да? Сейчас посмотрим, как она вот кого-нибудь попадет. Как-то так, промахнулся. Но она дальник, как Байрон, и это круто. Но на самом деле много слишком как-то дальников стало, блин, это что-то... Как-то, знаешь, не показываются. 1540 у нее урон. Понятненько. И вот смотри, она ульту применила. 700, что-то как-то... Пуля такая, офигеть. Клевый скин, прям вообще шикарный, посмотри. Тут бабушка такая модница, блин. Но посмотри на Кольт, посмотри. Дед Кольт. Ох, он выглядит прям супер, серьезно. Он очень круто выглядит. Гавс, хорошо прям. Ля... Вот. Тара. Тарочка. Ну, не знаю, Тара прям, ну, не особо как-то под... Хотя, вот, так-то она, да, она типа шулер. Блин, ну... Амбер де ла Вега. Ох, Амбер. Ну, 8 бит, ребят. Посмотри на это. У него пушка такая появилась. Золотая кошка. Ну, Сёрж! Сёрж, посмотри, у Вольта картонная коробка. Это самый дешевый скин будет, правильно я понял? Да, 100% так и будет. Сейчас будет новый бравлер, ребята. Смотри, какие... Блин, в старом стиле. Это вот, знаешь, игрушка Cuphead. Прям круто выглядит, прям очень круто. Типа осы такие, с кулачками летят, блин. Все такие танцуют. Блин, это круто. Мне прям нравится обновление. Воу. Блин, какие крутые, а. Вау! Акула, акула. Леончик тут, блин, у нас немного напоминает. И вот новый гейм-мод. Смотри, в чем прикол. Тут надо чисто избавиться... Офигеть. То есть, когда все помирают, все. Офигеть, это круто! Это прям реально офигенно!
Deathmatch. Ха-ха, вау! Ну, шагнули. Браво, браво, Supercell. Три раза надо победить. Пока будет, да, помогать здесь, хилить прям срочно надо будет. Кольт остается, от кольта избавляйтесь. Кто Сквик? Кто такой Сквик? Да, это новый бравлер. И это имба, это просто посмотри, какая имба. Он будет, получается, мифический. Посмотри. Так, смотрим, смотрим, ребят, как-то... Это прям бомба. Это прям бомба. Он будет не давать проходить другим. Круто. Там можно нацеплять где-нибудь. Там горячая зона, к примеру, да, или захват кристаллов. Ну вот. Круто. То есть враги, понятное дело, будут отступать. Польза от него большая будет. В поддержке, да, он так... И радиус, главное, большой бомбы, посмотри. Еще приклеивает. Это жесть. Ты понимаешь всю, весь прикол? Ты понимаешь? То есть, например, мы на противника там бам, прицепили эту штучку, да? Игрушку, желешку такую, да? И он пойдет к своим там, ну... По неожиданности, да, там, типа, будет отступать к своим, и бац, что-нибудь там разрушится. То есть он ходячей бомбой будет. Это так круто! Блин, я сначала подумал, когда первый раз посмотрел, сначала подумал, что еще как шипы он оставляет ультой. Это было бы тогда мега просто имба. То есть и шипы оставляет, и еще разрываются бомбы там. Смотри. Офигеть. Со спайком прям вообще они там. Смотри, как занимаются. Офигеть. Это бомба. Это просто бомба, ребята. Круто. Так, новые пины анимированные. Также самое офигенное, теперь можно будет проматывать матчи. То есть, например, ты хочешь разобрать свою ошибку, ты спокойно можешь все это промотать, посмотреть, как тебя там убили или твоего союзника. Золотой спайк, ну Нита-то золотая с Мишкой. Михалыч. Это круто. Это круто, друзья. Слушай, это годно. Это прям очень-очень годно. Мне вот единственное только не нравится, что мифический, да, будет у нас новый бравлер. Ну хорошо, хоть не легендарный, да. Просто у меня пингвин до сих пор еще не выбился. А он как бы мифик. То есть это капец. Я очень надеюсь, что будет у меня новый бравлер. Мы с тобой за него погоняем. Прям очень хочу. Друзья, не забудьте поставить лайк. Блин, надеюсь на вашу сейчас прям поддержку, потому что я говорю, я сейчас очень редко выпускаю бравл. Вот. Прям покажите свою мега-активность, чтобы я продолжил Brawl Stars играть. Ребят, на этом все. Спасибо огромное за просмотр. Бай-бай, дорогие братишки.